К другим новостям. Россияне хотят жить как минимум до 82 лет. Это на 2 года больше, чем в 2015 году. Новое исследование финансового университета при правительстве России показало, что самые высокие ожидания по продолжительности жизни демонстрируют жители Грозного, Махачкалы, Севастополя, Набережных Челнов и Новокузнецка. Россия отстает от развитых государств как по общей ожидаемой средней продолжительности жизни, так и по ожидаемой продолжительности здоровой жизни. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году в нашей стране этот показатель в среднем составлял 63,5 года. Россия по продолжительности жизни занимает 104-ю позицию из 183 рассмотренных государств.